По сравнению с Херсоном, в Одессе, конечно, намного проще. Дети немножечко начали отходить от всего этого. Ну, как говорится, все равно война берет свое. Еще есть проблемы. Будем надеяться, что все это пройдет. С детьми будут работать психологи. После сегодняшнего, конечно, было как-то опять страшновато. Когда сегодня опять началось вот эти обстрелы, пропал свет, потом вода, дети начали опять нервничать. Боимся, очень сильно боимся, потому что не хотелось бы здесь попасть вновь под обстрелы. И надеемся, что все будет, наши ребята нас, как говорят, оградят от этого всего, будут сбивать, и мы не будем слышать этих прилетов и всего остального, то, что мы прослышали в Херсоне. Ну и, конечно, молимся за свой Херсон. Жизнь в городе Одессе по сравнению с теми городами, которые находятся вблизи военных действий, значительно лучше. И на эту жизнь в городе Одессе жаловаться нельзя. Ну, вы понимаете, мы не можем даже в связи с тем, что центр Одессы и Одесская область входят в спадщину ЮНЕСКО, мы не можем сказать, что товарищ Путин, придурок, не обстреливайте наш достопримечательный город, не обстреливайте наш достопримечательный Киев, не обстреливайте Никополь, это Днепропетровск, это все города старые, красивые города. И мы ничего не можем сделать, это война. Он ведет свои боевые действия, мы защищаем ее, чем можем, кто чем может, и все.